13 октября. Наконец-то и на моей улице праздник. Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы, прелесть. Ходит уже 5-й день, от раннего утра и до поздней ночи. И все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. 15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он все ходит, бедняжка. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен. И что ради нее мокнет на дожде. Как она не развита? Ну вот может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-нибудь. А может быть, и порядочный господин, сказала она. Жулик? Кель? Глупы вы, мамаша. 16-го. Варя говорит, что я заел ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее. Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя мелом на рукаве после. А потом ходил и написал на воротах визави: «Я не прочь, только после». Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется? 17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго говорил ему, что-то показывая на наши окна. Интригу затевает. Подкупает, должно быть. Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны. 18-го. Сегодня после долгого отсутствия приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. 19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти 12 дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина. Показал ему язык.